День пятый, лица те же. Рыбачим. Прогноз погоды будет старая мельница. Представь, что ты мог бы по щелчку пальцев оказаться где пожелаешь. Спорим, ты до сих пор так думаешь, что ты не в том месте. Но если слишком зацикливаться на том, где ты хотел бы быть, то упустишь возможность жить здесь и сейчас. Не совсем понимаю. Перестань волноваться о том, что не можешь контролировать. Как все грустно, блядь. Пошли на рыбалку, да? Нельзя такие истории с утра рассказывать. Почему? Ну вот, с Божьей помощью. Давай, нормально все. Хватило, блядь. Пытаемся выдвинуться нашим многострадальным лодкам. Стой, Надю не трогай. Ну типа возвращаться плохая Припять. Это со второй сразу, да? Все, все новые есть. А ты знаешь, что самое тяжелое в нашей работе? Самое тяжелое в нашей работе – ждать. Бурлаки на Волге в моем лице. Вот так меня эксплуатируют нещадно. На самом деле, там просто завал. И через него не перейти. Поэтому все равно выходить и тащить на себе. Поэтому мужики придумали очень хитрый план, по которому все отдыхают, а я работаю. Шутка. Все работают на самом деле. Вот мы все перетаскали. Андрюшенька, голубчик, сел, естественно, кого-нибудь задрочить здесь. Какого-нибудь червячка. Вон лодки наши уже готовы к спуску. Погода, не сказать, что не радует, но так, ливней нету, но капает постоянно, по чуть-чуть. Сейчас туда пойдем. А вот мы специально, из-за чего и обходили, потому что здесь нам не пройти было бы. Все равно пришлось бы вон там вылезать и... А так мы эту работу уже сделали. Давай. Интересно. Хорошка, да? Ах, на камеру-то хорошая. Пока развлекаемся, пока парней ждем. Да.
такие проходики у нас. Мы только что перелезли это дело. Проходики-пароходики. Шпин бери. Тихо-тихо. Я еще не забрался, а ты уже отправился. Вот. Так на месте. Фу, приключения.